Это был юбилей Детского театра балета «Мимолетности». Нам исполнилось 25 лет. И, конечно же, мы подготовили для зрителя премьеру по роману Рэнсома Риггза, роман «Дом странных детей». Наш спектакль назывался «Вне времени», и в феврале 2018 года зритель увидит продолжение спектакля. Этот сезон мы открыли поездкой в Золотую Прагу, откуда юные балерины привезли все золото, серебро и бронзу в Богемии. И, конечно же, 26-й сезон будет полон поездок по России и Европе. В этом сезоне мы постараемся удивить зрителя синтезом двух книг. «Воровка книг» и «451 градус по Фаренгейту». Суть спектакля – любовь к книгам, которые делают нашу жизнь прекрасной и интересной.